Вот в таком вот Миша у нас пуховичочке. К одежде она, конечно же, еще не привыкла. Поэтому ходить она по улице в нем не хочет. Куда мы едем? Идите сюда. Сейчас я сумочку им сюда поставлю. Мама, отключить камеру, дети уже залезли. Миша так и сидит в той позе, в которой я ее посадила. Идите. Я тоже хочу, мам, в домике ехать. Идите внутрь. Вот, молодцы. Эйвен и Софи любят ездить в этом домике на заднем сиденье. А Мишаню, нашу страдалицу, не привыкшую к одежде и ни к чему, пришлось взять на ручки. А едем мы, как вы уже поняли, знакомить Мишу со всей нашей семьей животных. Мишка едет у меня на ручках. Катя, Катя. Добро пожаловать в нашу Magic Family, в наш домашний зоопарк, где много животных, собак и кошек. Подписывайтесь на наш канал и ставьте зверикам лайки. Миша впервые приехала в нашу волшебную семейку. Наш волшебный зоопарк. Маха, ты что оставила свою игрушку? Маха, держи. Серый волк зубами щелк. Чук-чук-чук-чук. Маха рычит не от злости, а от того, что она рада. Так она проявляет свои эмоции. Да, Машунь? Давай, заходи в дверь. Страшно, мам. Вот молодец. Случайно репостнувшие нашу запись из группы ВК или с моей страницы, Аня Котова, Маша Ревкова и Анастасия Хан. Мы с котиком-антибиотиком передаем вам приветики. Да. Пошел гулять, антибиотик. Пойду скажу привет Йоркам. Эва там одна гуляет под елкой. Беги сюда, привет! Моя собака. Лакост. Юра, Ума, привет, привет. Подогнала мне толстовочку моднявую. Да, она мой, вот именно, что воротник такой. Привет, привет всем, 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 всем. Капа. Мы с Эвочкой идем смотреть, как там Миша поживает у нас. А случайные комментарии без ответа появляются в роликах. Миша, 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 давай знакомиться. Эй, Миша, давай знакомиться. Миша, давай знакомиться. Да ты чего, не бойся нас, Миша. Отстань от меня, все большие собаки. Миша пока ни с кем особо общаться не хочет. Все пытаются с ней познакомиться. Все за ней хвостом пошли. Да, Миша? Миша нервничает. Миша, много собак, скажи, да? Они все большие. Да, знакомься со всеми. А когда мы с Эйвеном и Софишей сюда приехали, нас ждал сюрприз от нашей подписчицы, девочки по имени Вася. Василиса, она здесь у нас побывала и пока нас не было, оставила для нас подарки и свое творчество. Поет. Покажем сейчас, что нам Василиса передала. Давай, давай. А если вы хотите передать нам подарки всей нашей семье, внизу мы оставим почтовый адрес наш. Василиса передала вот такой вот пакетик волшебный. Пакетики вот такие вот красивые. Имбирные прянички ручной работы. Будем сегодня пробовать. А еще очень классную книгу «Маша Слоним. Письма с моей фермы». Я читала отрывки, мне очень хочется прочитать всю книгу. Спасибо тебе, Василиса! Это Эйвен, Софи и Мэнни Пенни. А это новогодний рисунок, антибиотик наш котик с любезным. Да? Что это? С ущенком. А это наша Эвочка под елкой с малышом своим. Это кардиган по имени Чарли, который приезжал сюда в гости к нам, пока нас не было, да? То есть Чарли — это собачка Василисы. А Мишу еще пока никто не нарисовал, нам не прислал. Спасибо, Василисе. Все свои, тебя никто не укусит. А погладь меня, пожалуйста. Эй, нас погладь, нас погладить. Всех надо погладить, эй. Нет, не меня, нет, сейчас меня гладят. Идите, общайтесь с собакой. Конечно, гладь Мишу, зачем Миша, меня гладить? Хорошо, тебе нужно со всеми подружиться. Вот же, Миша, не будь изгоем, надо со всеми дружить. Я трусиха, скажи. Так, все, на руки не лезем. Мах, подушку тебе принесла. Такая мы не пони, дурочка. Кто тут ворует? Маленький. Продолжение нашей волшебной семейки завтра на канале. Ставь лайк, подписывайся и жми колокольчик. И не забывай подписаться на мой второй канал Animagic. Там тоже весело. И там тоже ролики каждый день.